когда мы играем с группой, там были... Извини, у нас да. Артем Белов тоже есть песня в «Автомаре». А, ну, извини, Артем. Будет потом спеть Артем Белов. Да, как вариант. Ради прикола. Да, хорошая мысль. Вот. И там должен быть некий такой женский бэк-вокал в определенных местах. А у нас долгое время не было девушек в группе, и бэк-вокал исполнял перкуссионист. Примерно вот так вот. Вот. Ну, с ним это смешнее получается, так что сегодня без него попробуем. Счастливы и нарожали детей. Спасибо.